Подводим итоги матча Невский-Ангелор. Победа подопечных Дмитрия Стащенко со счетом 4-3 в нашей послематчевой студии. Дмитрий Делинов и Александр Мигачев. Саша, с победой такая получилась качельная игра. То в одну сторону, то в другую. Как тебе такой футбол без центра поля? Вообще, ну, сегодня игра не понравилась, потому что очень играли медленно, стоячий какой-то футбол, что парни играли в навесы, что мы. Не пошла игра у Пьянова с первых минут, да, там, слава богу, потом штрафной забил. Вот, и даже, мне кажется, что вот хотелось бы даже переиграть эту игру, потому что, ну, что-то непонятное происходило. Слава богу, выиграли, 3 очка, это самое важное, как говорится, они не пахнут. Но игра сегодня не понравилась. То есть... Ну, ваш фирменный счет, вот это в один мяч, перевес, у вас все игры такие. Да, нам это нравится, хорошо. Будем так набирать очки, здорово. Ну, главное набирать очки, а как, это, мне кажется, неважно. И... Вот. Сейчас за вторую игру вернулась. В прошлый раз за первую игру, сейчас за вторую. Ну да, набрали хороший ход, даже, я тебе скажу, по секрету, даже Мэтт уже вас опасается. Дим, как ты считаешь, закономерно ли победил Невский или нет? Ну, в концовку они нас переиграли, да. Старались, чего. Плохо играли с оппонентами. Навесы постоянно ихние, просто подборы все ихние были. В защите в последнее время во втором тайме вообще встали. Вели постоянно в счете. Все время в один мяч и под конец пропустили 2. Вот результат. Как ты вообще себя ощущаешь в Ангелоре? Да, был в Деспирадос. Деспирадос сейчас борется за медали. Ангелор пока все-таки за выживание. А, ну, у меня тут друзья в Ангелоре. Вот решил с друзьями поиграть. Везде играем вместе. Решил перейти. Ну, чувствую себя вполне даже нормально, когда есть близкие люди, с которыми я и время провожу, и играю. Поэтому все замечательно в команде. Все устраивает. Саша, тебе последний вопрос. Что мы будем с Дмитрием Стащенко делать? Каждый матч критикуют. Судьи, кто бы ни судил. Все, он недоволен, все бубнит. Я думаю, что это дело как раз вот в этих победах, в один мяч, да, то есть игра постоянно качели, тут всю игру проигрывали, вот, выиграли. Это все только из-за напряжения, то есть Дима полностью в игре, и это, ну, это очень хорошо, то, что порой бывают какие-то эмоции, ну, без этого, к сожалению, никуда, я так думаю, но он старается, то есть каждую игру все мягче и мягче, так что все хорошо. Я думаю, что если мы будем играть уверенней, да, то есть и не будет таких вопросов и... У Димы, потому что все это от нас идет. Вот. А то, что где-то судья там как-то свистнул, ну, всегда, когда тебе свистят, это ну, никогда никому не нравится. Да, бывает, да, где-то там, ну, действительно, ошибки. Но судьи тоже должны это признавать, ну, и тогда будет все это попроще. Ну, нету какой-то предвзятости к Невскому, я правильно понимаю? Я надеюсь, что нет. Ну, просто, ну, как бы, пока вроде не видно. Вот. Ну, выигрываем, и слава богу. Если бы нас бы там, да, душили бы совсем, наверное, мы бы не выигрывали. Вот. Ну, хотя, может быть, мы бы покрупнее выигрывали, если бы нас не душили. Не знаю, тут надо подумать. Спасибо, ребят. Спасибо большое.